700 тысяч на собственный дом. На очередном демографическом совете в Цельнинском районе обсудили новые субсидии многодетным семьям. Со следующего года в силу вступает закон, который поможет семьям, получившим бесплатные земельные участки в строительстве собственных домов. Семьи смогут выбрать одну из двух выплат – 300 и 700 тысяч рублей. Первую можно будет направить на первоначальный взнос по кредиту при строительстве своих домов. Вторую выплату – на частичное возмещение затрат семьи, которое было потрачено на строительство. Также сейчас разрабатывается проект закона о выплате молодым мамам по 100 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, финансовая поддержка поможет многодетным и молодым родителям. Кроме того, там же, на совете, Сергей Морозов наградил удостоверениями и почетными знаками ветеранов труда Ульяновской области. У Василия Субботина общий трудовой стаж 42 года. За это время уроженец Кузоватовского района успел поработать и на механическом заводе, и в милиции, и в доме управления. Сейчас, являясь директором собственной фирмы, Василий Николаевич активно занимается благотворительностью. Мало помогает школам кто-то, но я стараюсь им помогать. Мы занимаемся электромонтажной работой и пожарной сигнализацией, строительством. Я вот им помогаю что-то, свет сделать где-то, где-то еще какие-то... Вот эти вот. Также в преддверии Международного дня сельских женщин губернатор поздравил жительниц Цельнинского района с предстоящим праздником. Отличившиеся были награждены благодарственными письмами от главы региона.